Считают жилье к зиме не готовым. В одном из ягринских домов сотрудники администрации вынуждены проводить третью проверку в этом сезоне. По словам жильцов, тепло у них забирают жилищники, срывают замки на двери технического этажа. Сейчас все окна технического этажа на Приморском бульваре 30 заколочены. Это обязательное требование к эксплуатации здания в зимний период. Тем не менее, уже в третий раз жильцы обращаются с жалобой в администрацию. Главная претензия – холод в квартире и в подъезде. Ну, мое мнение такое, что в подъезде и в квартирах прохладно, холодно. Потому что на втором, на тех этаже ломают окна. Слесаря приходят. Ну, из-за этого холодно и в подъезде, и в квартире. На техническом этаже проходят основные коммуникации, в том числе система отопления. Если окна будут открыты длительное время, вода замерзнет, труба лопнет и квартиры отапливаться не будут. Чтобы предотвратить подобное, новые замки вынуждены вешать коммунальщики. А к взломам, говорят, могут быть причастны сами жильцы. Нами было все обследовано. Да, действительно, некоторые факты подтверждались. Возможно, что эти продухи были выдавлены самими же жильцами при выполнении каких-то ремонтных работ. Заказчиками, которых они и нанимают. То есть непосредственно фирмами частными по ремонту сантехоборудования. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля провели очередную выездную проверку. Факты, изложенные в жалобе жильцов, не подтвердились. Тепловой контур многоквартирного дома Приморский бульвар, дом 30/34, сохранен. Здание подготовлено к зиме, получены все документы, в том числе и паспорт готовности здания к зиме. Значит, система отопления в доме выполняет все необходимые требования и обеспечит надлежащую температуру в жилых помещениях. Если жалобы от жильцов Приморского 30 поступят вновь, администрация проведет четвертую проверку. Но еще теплее от этого вряд ли станет. А жилищники говорят, прежде чем ломать замки на техническом этаже, лучше обратиться к ним. Помогут. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.